Привет, Алексей! Я и знаю, что ты посмотришь этот ролик с таким-то названием, поэтому решил поздороваться лично и лично рассказать тебе прекрасную новость. Дело в том, что мне рассказали, что в последнее время в комментариях к различным каналам ты не очень приятно высказывался обо мне, а в ответе на мои комментарии ты даже позволил себе дерзить. Скажу честно, мне это не понравилось, и придется преподать тебе небольшой урок. Конечно, большинство людей узнают о существовании третьего закона Ньютона в рамках обучения в школе и уроках физики, но ты, видимо, пропустил этот момент, поэтому будешь познавать его на практике. Я с радостью хочу сообщить тебе, что ты присоединился к моей программе «Знание – это не товар», потому что твои программы «Криптонец 1» и «Криптонец 2» теперь выложены в бесплатный свободный доступ на сайте workout.su, и любой желающий может их посмотреть без необходимости тратить свои деньги. Тем более, скажу честно, тратить деньги на такой мусор явно не стоит. Пока что я выложил только эти две программы, но у тебя ведь есть и другие, на которые будет интересно взглянуть людям. А еще можно, в принципе, начать закупать рекламу, таргетированную на твоих подписчиков, чтобы убедиться точно, что никто из них не пропустит эту новость. Если ты действительно думал, что ты можешь что-то говорить в интернете, и это не будет иметь для тебя последствий, то ты заблуждался. Главная разница между тобой и мной заключается в том, что ты меркантилист. Ты занимаешься всем этим исключительно ради денег, ради наживы, и ты не стесняешься обманывать своих подписчиков, говоря им о том, что твоя форма натуральна, или что твои программы тренировок, программы — это очень сильное преувеличение, стоят денег, которые за них люди платят. А я идеалист. Я занимаюсь этим, потому что действительно хочу помочь людям стать лучше. И хочу заодно избавить интернет-пространство и фитнес-индустрию от таких людей, как ты. И если я лишу тебя способа зарабатывать, возможно, ты задумаешься, что ты делаешь что-то не так, и пойдешь искать себе нормальную работу. Может быть нет. В любом случае, это будет очень весело. Очень жду твоего комментария под этой новостью, а также комментария всех других людей, которые смогут теперь ознакомиться с твоим творчеством и высказать свое мнение, потому что я уверен, что я не один такой, кто считает, что ты продаешь помои своим подписчикам. Ты завлекаешь их своей формой, которую ты явно получил не таким образом, и затем впариваешь им фуфло. А это не очень хорошо. Не люблю тех, кто впаривает фуфломицины, ты же знаешь. Ну что ж, на этой прекрасной ноте можно заканчивать это небольшое видео.